Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на поединке Лиги 30+. Как она вообще? Стала лучше? Сегодня вашему вниманию предлагается матч между Универсалом и Хунтой XXX. Для вас эту встречу будет комментировать Игорь Колодей. Давайте к составу сразу перейдем. Номинальные хозяева Универсал. 9-й Анатолий Евтушенко, 11-й Сергей Кисиль, голкипер Андрей Казаченко, 13-й Юрий Повторацкий, 5-й Александр Портянко, 7-й Андрей Рагулин. Под 8-м номером выступает Денис Севастьянов, 10-й Василий Таран, 6-й Дмитрий Титаренко и капитан команды 9-й номер Анатолий Евтушенко. Состав Хунты: 33-й Павел Годлевский, 18-й Игорь Горбач, 88-й Вадим Кривошия, 35-й Юрий Марчук, капитан команды, 13-й Иван Рожко, 22-й Руслан Стагней, 4-й Вячеслав Терлецкий, 55-й Дмитрий Шарапура и 44-й Андрей Ястреб. И вот так уже не то что на первой минуте, на третьей секунде открыт у нас счет в этом поединке. Вот так начало. Анатолий Евтушенко, капитан Универсала, отличился. 1-0. Выражение «не успеешь глазом моргнуть» — это вот как раз таки про это взятие ворот. Но команды в Лиге 30+ играют опытные. Естественно, Хунта не исключение, поэтому я не думаю, что где-то психологически это повлияет на команду. Такой быстрый пропущенный мяч. Дескать, вот мы пропустили. Что делать? Думаю, команда прекрасно знает, что делать. А вот с другой стороны, Универсалу этот быстрый мяч мог придать толику дополнительной уверенности. Кривошея налево. Ястреб. Есть там забегание впереди. Туда мяч и был адресован. Перехват. Напоминаю, дорогие друзья, что генеральный партнер чемпионата в девятку — компания Европав. Европав — футбольная экипировка по доступным ценам. А для всех участников нашего турнира действует специальное предложение. Но вот как раз таки Универсал воспользовался услугами нашего партнера и перед прошлым туром поменял свою бордовую форму на новую красочную, в которой сейчас выступает. Пас пяткой, но пас на соперника. Но пока Хунту мы и не видели на чужой половине. Преимущественно обороняется команда. Евтушенко налево. Удар в ближний угол в исполнении Андрея Рагулина. Чуть-чуть не точно. Кривошея налево. Ястреб по флангу. Падение. Неправ здесь было однозначно Юрий Повторацкий. Извиняется он перед соперником. Дальний удар. Мяч заметался между металлическими стойками, упал на перекладину, полежал. Но к чему вся эта история? Ворота-то он не угодил. Вновь Ястреб далеко вперед. На сей раз точно. Аут зарабатывают красно-черные. Рожков в центр. Там Кривошея сражается. И выбарывает себе мяч. И неплохой пас.
Забить не удалось. Но вот самый опасный момент пока создала Хунта. Ответ универсала. По флангу слишком сильно. Терлецкий. Налево, но там мяч перехвачен. Горбач вступает в игру. Просит арбитр отойти болельщиков подальше, не мешать играющим командам. И аут с того же места мы увидим. Кисиль. Далеко вперед и удар головой, но, к сожалению, для Юрия Повторацкого не в ту сторону мяч полетел. Терлецкий направо, Ястреб по флангу. Хороший момент для удара, и удар состоялся. Кисилева наносил. Горбач далеко вперед, точно на Ястреба, но тут пока совершенно один в окружении соперников. Пытается что-то придумать, 44 номер. Где же поддержка партнеров? Падение, ну вот так выжил максимум из этого игрового момента. Андрей Ястреб заработал стандарт для своей команды. Удар от Терлецкого выше. Летит мяч. Покинул мяч в пределы поля, но там углового не будет. Игроки Хунты хотели угловой, ну, это понятно. Казаченко бросает далеко вперед, скидка головой. Годлевский осмотрелся, посмотрел, впереди абсолютно некому отдавать. Терлецкий на Годлевского. Хорошее забегание по правому флангу. И удар в ближний угол состоялся, угловой. Вновь четвертый номер на правом фланге. Передача в центр. Годлевский. Перехват. Рагулин. Ну, тяжело было седьмому номеру там одному пройти через такие укрепленные оборонительные редуты. А вот теперь у Рагулина есть выбор. Делает он пас налево. Это фол. Но свисток арбита промолчал. Услышали мы хруст, но хруст не потому, что Лига 30+, хотя, может быть, и поэтому. По ноге Терлецкий ударил соперника, но судья решил, что нарушения правил в этом моменте не было. Опасно!
рядом со штангой пробивает Евтушенко. Нет, там углового, отворот продолжится поединок. И по-прежнему мяч забитый на 3-й секунде Анатолием Евтушенко. Он остается единственным в этой встрече. Но Хунта пытается найти пути к воротам соперника. И вот он этот путь пробивает вплотную, ну с острого угла, правда, Дмитрий Шарабура зарабатывает угловой для своей команды. Навес или прострел, оттолкнули там голкипера, Кривошеев вколачивает мяч в сетку. Но гол не засчитан. Нападение на вратаря. Горбач далеко вперед бросает мяч. Там капитан универсала. Он оказывается первым. Удар в ближний угол рядом со штангой. Юрий Повторацкий пробил. Марчук. Отличился в прошлом поединке капитан Хунты. Как поговаривают, последний раз 35 номер забивал еще, когда Брежнев был генеральным секретарем ЦК КПСС. А вот отличился уже и при Порошенко. Совсем немного времени прошло. Может быть, и сегодня удастся забить 35 номера. Но пока важно, чтобы его команда вообще забила гол. Неважно кто. Уступают они в счете. Ястреб на Кривошию. Вновь 44 номер с мячом. Прессинг от универсала. Удается из-под него выйти, заработав аут. Шарабура на фланг. А вот зарабатывает Кривошея, опередил он голкипера соперника. И вновь из-за боковой. Удар и мяч в сетке. Ястреб забивает 1-1. Ответ универсала в ближний угол пробивал Сергей Кисиль. Интересное расположение номеров у Хунты. Я не знаю, почему я раньше на это не обращал внимания, но после этой опасной атаки ястреб под себя и... 2-1 становится счет. Дубль ястреба. Дубль ястреба. Хорошее название для алкогольного коктейля. Не знаю, какие в нем могут быть компоненты. Но тем не менее. Подходишь такой и говоришь, мне дубль ястреба. Держи. Отличное же название, по-моему. Так вот, хотел я поговорить про номера Хунты. Смотрите, 22-й, 33-й, 44-й, 55-й. Ну только Кривошеев убивается со своим 88. Почему нет 66-го? Ну хорошо, шестерки, число от лукавого, 77-го. Интересно. А команда может сразу и в баскетбол играть с такими номерами.
Кривошея мчит по левому флангу. Пас отдает не сильный, скажем так. Атака универсала, прострел. Здесь Горбач первый на мяче, добивание штанги, мяч бильярдным ударом летает в сетку. 2-2, ну вот это раз забивались, называется. Сергей Кисиль отличился. На 15-й минуте встречи. Можно играть, показывает арбитр. Продавили здесь Терлецкого и... А Горбач, не глядя, даже отбил этот мяч. Разыгран угловой. Евтушенко. Простреливает, заметался там мяч. Все смешались, и универсалы, и революционеры. А, голкипер талисмана мяч забрал. Терлецкий тем временем из-за боковой. Из-за боковой заработал угловой. Туда-сюда мяч скачет по штрафной универсала. Отходит к голкиперу. Хунты 3 икса. Иван Рожко. Выходит мяч за боковую. Годлевский по флангу отдал чуть не точно. Передачу на Терлецкого. Капитан универсала идет вперед. Приходится отыгрывать назад. А с мячом по-прежнему хозяева поля. Марчук решается на удар. Он хочет человек забить и в этом матче. Чувствуется. Опасный момент. Но не удалось как следует подработать этот мяч Андрею Рагулину. Кривошея. Направо Годлевский размашисто. Было сыграно. Казаченко далеко вперед. Не было ли здесь фола? Да, углядел арбитр нарушение правил в этом игровом моменте. Повторацкий у мяча. Удар. Попадает он в соперника. Лапаста, мяч попадает в штангу. Вот это да, вот это был бы голешник. Неожиданно и негаданно. Казаченко сыграл с ближним. Перевод направо не точно. Не точно. Кривошея. Далеко вперед. Такой наброс, скидка головой. Разводит руками Годлевский. Терлецкий пытается найти того, кто
забежит, а забегает Гонлевский, но к мячу не успевает. Фол, неправ был Дмитрий Шарабуров, по мнению арбитра. Дальний удар выше облаков, выше неба. Как пела современная украинская поэтесса Тина Кароль. Удар в ближний угол. Не точно. Повторацкий пытался продавить здесь оппонентов и нарушил правила. Пошел вперед ногой, был неправ. 13 номер универсала. Звучит свисток арбитра, универсал Хунта Терекса. 2-2 перерыв. Прозвучал свисток арбитра. Начался второй тайм в поединке между универсалом и Хунтой 3Х. Счет после первой 20 минутки ничейный. 2-2. Опасный момент. Горбач на месте. Я напоминаю, дорогие друзья, что счет становится 3-2. Не об этом хотел напомнить, но тем не менее. Денис Севастьянов на 21-й минуте вновь выводит универсал вперед. Генеральный, а напомнить я хотел о том, что генеральный партнер чемпионата в девятку компания Европав. Европав — футбольная экипировка на любой вкус по доступным ценам. И вновь Хунта у нас оказывается в роли догоняющих. Здесь неплохой выпад универсала. 3-2. Прострел, удар, мяч попадает в соперника. Необходимо там разобраться. Хунте. Горвач далеко вперед. Чуть пониже мог бы мяч и в сетке оказаться. Ну, знаете, это сослагательное наклонение. Чуть, да почти, да если бы. Интересный поединок, как ни крути, мы с вами смотрим. С большим количеством забитых голов, с интригой, а что еще нужно? Таран.
передача налево. Ну, слишком сильно, как показалось, был адресован этот мяч. Удар в ближний угол. Горбач выручает. Севастьянов здорово пробил восьмой номер. И угловой для хозяев. Перехват. Терлецкий. Здорово. Вот он шанс. Может быть. Не было ли игры рукой? Игра рукой. Это пенальти. Пробивал Руслан на стогне. Мяч попал в руку сопернику. Поднялись со своих мест болельщики. Пенальти. Шестиметровый. И сам пострадавший, судя по всему, исполнит это наказание. Так. Руслан Стогний против Андрея Казаченко. Только слышно, как сверчки сверчат. Сверкут. Сверчат, сверкут. Сверчат. Удар! Еще становится 3-3. А мой оператор Владислав сказал еще до удара, что будет 3-3. А почему? Потому что он смотрит волшебную камеру, где видно будущее на 15 секунд вперед. Предыдущий поединок Лиги 30+, который проходил на этом поле, закончился со счетом 4-3. Но я думаю, мы больше голов увидим, чем 7. Не скажу, кто выиграет. Не знаю попросту. Терлецкий спешит к мячу, но Казаченко его опережает. Ястреб таким легким черпачком направил мяч вперед. Годлевский, ну, сильно отдал направо. Атака универсала, удар по центру, на месте. Горбач. И из-за боковой Анатолий Евтушенко, капитан универсала, ведет мяч в игру. Теперь аут с противоположного фланга последует. Или даже угловой, прошу прощения. Борьба там на фланге. Опасно. Удар. Подставляет ногу Ястреб. Терлецкий быстро разворачивается и отдавал на ход своему партнеру по команде. Но соперник этот маневр прочел. Повторацкий налево. Портянка. Много борьбы, счет-то ничейный, и каждая из команд пытается действовать аккуратно и выйти вперед. Так, например, Хунта вели в счете, и универсал вели в счете. И каждая из команд желает вернуть себе это преимущество. Поднимем, это фол.
Удар поворота. Горбач отражает все-таки этот выстрел. Ястреб успевает к мячу. Нет, последний момент. Выбивает у него из-под ног Юрий Повторацкий. Корнер. Пас назад. Терлецкий. Назад играет на свой угол кипера. Я точно по флангу. Дальний заброс. Здесь борьба за мяч. Еще одно нарушение. Но свисток арбитра промолчал в этом эпизоде. Перехват. Ястреб. Параллельным курсом с Гадлевский. Сам решается на удар. 44 номер. Этот выстрел блокирован. Дальний удар над перекладиной. Хороший выстрел в исполнении Сергея Киселя. Кривошия налево. Вновь 88 номер с мячом. И Казаченко начинает атаку универсала теперь уже. Неточный пас. Завершилась атака хозяев, так и не начавшись. Мы посмотрим. Как разыграют свое право создать угрозу чужим воротам Хунта. Здесь ошибка на ровном месте. Мяч потерян. Прострел. И прекрасный шанс, прекрасная возможность. Упускают универсал. Быстрая контратака Хунты. И претензии здесь высказывают партнеры по команде. Ивану Рожко. Пробил сам 13 номер в предыдущем эпизоде. Хотя можно было давать передачу и направо, и налево. Но так сложилось. Терлецкий. Гадлевский направо. Там чуть ли не в шпагате пытался дотянуться. Руслан Стагни до мяча. Заработали только угловой. Не было ли здесь игры рукой? Ну, второй раз судья пенальти не назначает. Да и не так явно в этом моменте, как с шестиметровым. Было сыграно рукой. Терлецкий пробивает, но вовремя покидает Казаченко свои ворота, сокращает угол обстрела. Кривошия от души мимо. Не было нарушения правил. Можно играть. Терлецкий разобрался в той ситуации. Можно играть и здесь. Свистка арбитра не последовало. Гадлевский назад. Терлецкий, Кривошия. Дальний заброс. Кто подберет мяч? Здесь борьба. Здорово! Удалось побороться. Руслан Стагнию. И угловой для красно-черных. Прострел. Голкипер выбивает мяч. И точно на партнера. 3 в 1. Фактически выход универсала. Опасно! Разряжает обстановку Гадлевский. Выбивая круглого за лицевую линию. Давай, давай, давай.
Удар над перекладиной. Пролетает мяч. Горбач направо, Терлецкий. Продолжает подойти или забежать партнера в четвертый номер. Портянка направо, но здесь переход от Годлевского. Удар в ближний угол. Корнера там нет, а вот это уже Евтушенко. Есть поддержка. Повторацкий справа. Повторацкий. Браво, Горбач угловой. Удар. Мяч попадает в защитника. Еще одна попытка. И здесь, конечно, есть от чего взяться за голову Юрию Повторацкому. У нас тайм-аут. Возобновился поединок. Чуть больше 4 минут остается до финального свистка. Счет ничейный. Горбач далеко вперед. И неплохо убросил голкипер. Однако тяжело было там остановить мяч Дмитрию Шарабуре. Ястреба здесь прессингуют. Пытается найти пути выхода 44 номер. Здесь откровенно фолит. Это штрафной. Нарушение было до линии. Практически на линии. Или все-таки пенальти? Нет, штрафной. Даже я сказал на линии, а судья отодвинул еще на пару метров. Мяч. Ну и не такой опасный стандарт, как и мог быть. Да и желтую карточку, мне кажется, здесь можно было показать, но мои уже рассуждения. Удар, выше летит мяч, Денис Севастьянов. Да, почему это мои рассуждения? Безусловно, желтая карточка, умышленный срыв атаки. Потерял позицию Андрей Ястреб и со стороны своей команды правильно сделал, что свалил. Но зацепил здесь мяч кончиками пальцев Казаченко. Разыгран быстро угловой. Но в атаке уже не Хунта, а универсал. Набирает скорость Севастьянов. Севастьянов, удар! И браво, Горбач. Корнер. Удар. Защитники подстраховали. Терлецкий подстраховал там своего голкипера. Ястреб после сольного прохода на левом фланге зарабатывает аут для своей команды. Сразу же удар в ближний угол последовал. Терлецкий первый на мяче. И вновь разводит руками.
Быть может, уже подустали где-то команды. Причем как одна, так и другая. Но заряжены на победу. При этом и те, и те. Кадалевский на правом фланге с мячом. Передача назад. И вот такое недопонимание. Угловой на ровном месте себя красно-черные придумали. И мяч попал еще в штангу при всем при этом. Горбач эффектно забирает мяч. И фол фиксирует арбитр. Не прав был в этой ситуации Александр Портянко. Свободный удар. Далеко вперед удалось здесь зацепиться за мяч Ивану Рожко. Удар! Ну и там Гадлевскому чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуться к этому мячу. Остается тем временем больше одной минуты до финального свистка. Сейчас на табло ничья, в принципе, поединок может так и завершиться, а может и нет. Фактически до гола идет у нас игра сейчас. Ястреб, легкий заброс вперед. Жестковато здесь было сыграно, но в рамках правил. И мяч сбил банку пива. Ну, похоже, пустую. А люди, сидящие на скамейке, не сильно занервничали. Евтушенко. Удар. Блокирован этот выстрел. Атака Хунты. Далековато Казаченко вышел из ворот, но все-таки мяч в него угодил. Корнер. Удар. Казаченко мяч отражает. Ильченко. Здесь Ястреб. Тут как тут. И два гола сегодня забил 44 номер. И в обороне грамотно действует. Атака универсала. И вновь Ястреб. Ставит корпус 44 номер. И за боковой далеко вперед. Здесь Кривошея выигрывает верховую борьбу. Мяч пределы поля не покидает. Ну, и, собственно, на этом все. Звучит свисток арбитра. Универсал Хунта 3Х 3-3. Боевая ничья. Для вас этот поединок комментировал Игорь Колодий. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Любите футбол.